Медина, как уже будут подходить к крепости, скажешь. Че, ПВП включать, нет? Да, полет. Да. Медина, включить ПВП. На входе. Все, уже пора. Обосрал. Льем. Стоп, нет, не льем. Скажите, когда был, когда шамай. Подождите, да. Крепости уже первый друид, вот он маг вылетает. Они по одному залетают. Все, начинает заходить. Я внутрь скажу, как он. Друид дошел. А, они еще хотят регрупп сделать хорошо. Пускай пока. Сейчас фейлер. Там часть буратари еще растянулась до колючего. И часть здесь. И вот. Они уже сфейлились тогда, когда начали собирать на артурейд. Короче. Вообще на драконе до сих пор уже стоит. Все, абсолютно. Заливаем. Заливаем, они уже заходят. Мы сейчас их зальем, они. Они. Так, огненных вызывайте, ребят. Элементарий вызываем. Летать, 8 хпс. Да забей, это все равно лагает. Ольга попал. Да начнется славная битва. Это битва лага, блядь. Поход делаю, сейчас он минуты и он ляжет. Все, я вылетел, походу. Да меньше. Ну уже, походу, делал, все, вылетел сразу. Все, уже вылетел. Все, да. Все, встало. Славная битва. Славная битва удалась. Сейчас Горовский перебьет, пока у нас лагает, Горовский будет убивать. Главное быстрее нам заходить, славная, короче, битва, пока не погружается в шатай. У меня маговское кольцо показано уже больше 30 секунд на нас. И я стою. Сорок одна секунда, 42. Ждем, пока будет написано, типа связь с сервером разорвана или самому выходите. Ждем, не спешите. Продолжайте так же скриншот делать. Вы ничего не видите, но все прожимается, наверное. Прожимайте обилки в кулдаун. Я просто застрял, лично я застрял в нове и не могу пошевелиться. Я не могу так посмотреть. Уже 70 секунд. А это вот бривчик, мудак, вспоминай, потом я его это. Это из-за него. Такая. А? Вылети. Нет. Во. Все. Нет, ребят, еще не все. Еще держимся. Понял. Все, да, я это кто-то нет. Я еще живой. О! Что-то, по-моему, передвинулось что-то. Сейчас с арены пролетит. Я кидаю гранату. Ну, больше 100 секунд снова действует. Я снимаю. На своего персу захожу, мне пишет персонаж с таким именем уже существует. И это значит то, что все, сервер упал. Можно смело закрывать игру и заново запускать. Это у всех лично? У всех сейчас вылетело? Да, у всех вылетело. Не-не, народ, да. Только сервер не упал, я сейчас с ГМ общаюсь, так что вроде работает, но при этом мобилки не прижимаются. Сижу еще в ГМ. Вот ты с ГМ, напиши его. Передайте сейчас эту программу. Если бы он в хате заходил ко мне, пусть он не закрыл, в хате заходит. У нас ДЭП все-таки. Ты ГМ напиши, пускай он зафиксирует, что лагает, блин. А то мы, блин, тикеты без записали с трассировкой, и они ноль внимания. Я сейчас написал об этом, он ответил, да, мы знаем об этих проблемах, но, к сожалению, пока что мы ничего не можем обещать по поводу изменений на сервере. Спроси его, пожалуйста, он может нажать кнопочку «Убить», чтобы этих уродов убрать отсюда? Или «Ресов» хотя бы. Кил-аун, да? Да, вспомните. Серп, или что-нибудь заделает. Мне даже не заходит, я охуею, Серп, главное. У меня застыла подгрузка и все. Можно выжать там для чуть-чуть. Чат работает. Он может нажать команду массовое убийство, но он идет. Точно не будет. Он сам, наверное, не может зайти там. Дай ему РК, пусть РК зайдет. Да он сам, наверное, на Алик, поэтому не хватит. Дай ему РК. Заходи по базарам, дружище. Заходи, дорогой, выходи, не плачь. Там дуратар такой же, как и Вовля сейчас, один в один. Я там летел, то же самое, лагал уже на подходе.
Можно выходить из лобы и пытаться логиниться заново. Нет, смысла не будет. Вот. По КД просто жмякай заходить в игру и все. Только так смысл, как бы запустит всех одинаково. Когда она запустит, по максимуму быстро, пока не лагает, вот как вот этот момент, как мы только зашли, вот этот момент надо использовать. Пока не будет лагать, надо как можно больше снабить оленей. Да, слышно. Народ, слышно, да? Сервер еще не лег пока что, вы там не переживайте. Я в данный момент в игре нахожусь, чат работает, я так тоже. Что еще ничего не лежит. А, ну это у некоторых. Вот это. Ну чат работает. Ну, значит, что сервер не упал. Когда упадет сервер, все вылетят, никто не сможет зайти в игру. А сейчас сервер еще не лежит. Ну просто, да, ну все понятно. Просто половина вылетит. Не путайте на Гримара отдельный сервер. Просто уже раз, вот так, что отвечает разные сервера. Не может 2 минуты сменить специализацию уже в подгороде. А вот теперь лежит. Если ты вылетел, не значит, что лежит, чувак. Это не лежит, я написал в чат. Все работает, папа. Ребят, все работает, людей очень, да, просто... очень, людей очень много в ВРК, пожалуйста, поменьше фуда. Ну а белки, кстати, в этот раз, по-моему, не прожимаются вообще нифига. Да. У меня уже кольцо мороза на мне висит минуты полторы-две, и при этом моя одна свобода еще не начала действовать. Пробуем. Вы элементарика вызывали, они хотя бы будут драться, если что. Надеюсь, все успели, шаманы. Глем их поставили? Ну я своего поюзал, больше не вижу. Хорош, вот, висит. Затащит нормально. Он-то не лагает вообще от нас. Он сейчас сеть перебьет. Так они до него даже еще не дошли, он на месте стоит. Ты че? Да это кажется. Кстати, покупайте ПКТ свои обилочки. Там друид, возможно, он их бьет уже. Там друид забежал уже, друид. Наверняка он флагрил. Меня покинул друид. Значит, он лежит. Чат работает, по одному выкидывают. Срано, кстати, что-то новенькое. Кстати, что-то новенькое. Раньше... О, мне даже, по-моему, заходит. Заходит. Сейчас кто-нибудь в курсе, поэтому уходит из игры и попустит, логин начнет все кастоваться. А, кстати, сей чат не работает, а вот рейдовые диски нормально. Сколько будет продолжаться эта битва? Походу пора начинать форумную войну, форумный обстрел. Мы победили в кадетке. Яму победу надо. Да, они скажут, как всегда, что специально серверы валили. Да, они слышат, специально порыло, отмазывают, что у них лагало и все. Нет. Нету трона Гороша, и Гороша самого тоже нет на месте. Он, походу, улетел. Его украли. Горош стоит. Вылетел. Извини, да сука, короче, похер, он в лагах, в Дуратаре побывал уже, где-то и полетал, и Гороша. Гороша залетел. Он пытался чекать, только он не чекается сейчас. Он висит, к сожалению, не поторгуешь. Вот то, что выкидывают по одному, да, не всех разом, это что-то новенькое, раньше выкидывало полностью всех одновременно. Что-то делает, там мутит. Так, а точно с гейммастером точно связь есть? Может, его не перезагрузят? Он уже отключился. Понятно. Ну сейчас или сервер уедет, или они что-то сделают. Да, потом надо главное вовремя зайти и всех убить. Успеем. Хвар, по-моему, заходит. Не прогружается? Не знаю, но где-то сейчас не попустило вообще ни капельки. А есть что ли здесь в игру? Черникова в игре вообще нет. Меня откатило в северные степи. То есть примерно заходить? Минут 10. Они сейчас все стоят, в Дураторе. Сейчас полрейда охватывается. Откат 18 минут сделали. Кого мы тогда убиваем сейчас? Гроша. Заходим, Грош. Ну, это не, который не отходит. Заходим, у нас лагов. Быстренько, ребят, быстренько, штандарты, как штандарты, мы в прошлый раз сделали. Как мы в прошлый раз сделали, быстренько, штандарты, повторите.
мало, видимо, первого отката. Смертоносный, ты меня слышишь? О, блин, есть ребят, возможность. Они, в общем, дуратари группируются перед дуэлью. Можем убить. И подальше. Можем убить. Ехать и убить сейчас. Всех. Можем. Только надо это сделать дружно и четко. Давайте. Пока они заходят, пока они половина разрозненная. Они сейчас стоят в огромной куче, их просто поймать в кольцо и перебить. Давай, их человек есть 40. Да. Минутку, народ, давайте регруппнемся над входом в Оргви на крыше. Только быстрее. Времени у нас немного, пока они не собрались. На самой крыше. Быстрее в кучку слетайте, надо сейчас заедем. Сумони на крышу. Сумон, нажмите взрыва до хана. Звездокрыл еще половина пати офф. Даже больше. Да у нас тоже. У них, я думаю, еще хуже должна быть. Уже отстреливают, давайте, ребят. Жму все сюда, пока лагов да, нет. Давайте, ребят, все хуже. Половина полетела на крышу в горошек. Они атакуют. Все спустились. Назад, все вернулись, крыша Аргримара, входа в Аргримар. Над входом в Боргри, центральным, заберите, на крыше. Не над городом, и не в дуратории. В дуратории, потому что дуэлится очень много людей. Не ходите сейчас в дуратор. Регрупп на крыше сделаем. Ребят, они уже атакуют. А вот. Да все, опять. Наши звездокрыла уже бьют. Пати. Стоим все на крыше, рейд Тахана, куда спустились? Стоим на крыше, где вас присумонили сейчас? Они уже залетают, спускай потихонечку, народ. Вниз, они уже залетают. Все, отставить, давайте назад, все к горошу, в топку. Не получается так быстро собраться. Могли снести, но уже поздно, давайте обратно к горошу прятаться. Вариантов других не остается. Летим. Мы не вступаем, и горошу. Тут уже народу. Они все у горошу. Они уже у горошу. Сколько лупят? Сейчас мы их прибьем. Они уже горошек лупят. Давайте, народ, быстренько, тихо, быстренько, тихо, быстренько. Тихо, тихо, тихо. Тут совсем небольшое количество. Маленькая точка, они уже ГД ни в коем случае не тратим. КД ни в коем случае никто не тратит. Ну, КД, что? Какие? Кольца. Да, тут сайт. Все, спокойно. И возможно и без лага. Понимаете, сумок, разбить их горошек. А че, лаги убрали, что ли? Они, короче, идут, горошу по одному заходят, ребят. Они все правильно делают. А вот тут, ну, есть? Вот тут, большой начинается врыв. Государь появился. Вот, сейчас уешь. Что-то рисаться не хочет. Шаманы, еще раз, на еще раз, алиментали все вызовите, пока есть возможность. Много у горошек уже, народ, давайте. Элементали, шаман там на вход. Варлоки, големы. Мы опять ложим. Ты вообще в игру не зашел, заходите быстрее в игру, ребят. Чтоб снова потом вылететь. Нет, 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 мы не ляжем, надо... Хилы! Ближе девать. К стенкам рассредоточьтесь, хилы и РДД. Слишком близко стоите, и вон видно. Пошел тут. Дайте стан на вход. Танки вары, дайте стан на вход. У нас просто бегом. Вход, станы. Да урены тоже тут долго были. Да стоим, да, стоим, стоим нормально. Подвигает, подвигает, нормально. Тихо, миличники убиваем тех, кто зашел. Убиваем тех, кто зашел, миличники. Это получается чиву уже на той же города. Я надо просто. Получил уже 100 почетных побед. Блин, фернули. Сейчас буду получить офигеть. Эмор прожал, не знаю. Тоже прожал. Нормально, они сильно просажены, видно. Не должно, да, не должен не просаживать. Не должен не просаживать. Вообще не лягут. Да, все, что они могут выкрикнуть, это орда сосет.
Да. Репортник. Дураков, они будут куковать в 3 часа в бане. Повисли опять. Все встало. Жесть, блин. Если бы быстро все сделали и четко собрались бы нормально, без тупняков, мы бы убили их, пока они регрупятся. Там они стояли да, так там у нас почти все ОФ были в тот момент, когда надо было регрупиться. Там еще народ просто не зашел тупо в игру. Ну, половина была, не знаю, вот в том рейде, в котором я нахожусь. Все, ладно, я надо было. Этого было, хватило. Вы поёву, чтобы они отсюда ушли. Парарником, и все парарником сразу разлетаемся. Ну это потом. Все, ну слушайте, если все группы расформировали, нужно заново собираться там. Да.